Друзья, всем доброе утро. Начинается мой день с чистого снега. Вот столько его сегодня нападало ночью и утром. И сейчас идет. Слышите, хрустит. И кошечка не бегала, следов нет. Какой сугроб высокий. Смотрите. Снег идет. Пойду дальше. О, выйду в чисто поле. Без коня. Ой, иду в сарай, кур надо кормить. Пробираюсь. Слава еще не чистил дорожки. Вот туда, туда мне надо, за эту теплицу. Пойду потихонечку. А тропинка еле-еле видна, смотрите. Я уже в сарае, а здесь меня Петрович ждет. Сейчас открою дверцу. Ну вот и все, еду дала. Дружненько клюют. Петрович не поет, не хочет. Он здесь вот, вот здесь где-то. Вот. Пора чистить в сарае уже. На улице холодно. Когда чистим курочек на улицу, Валер выгоняем и чистим у них в сарае. Подождем немножко, температура повысится чуть-чуть, потеплее станет. Петя! Петрович! Не хочет. Ну ладно. Ну все, иду домой, кур накормила, снега положила. Я надела Славины сапоги рабочие, они повыше, чем мои. И вот тут вот, и то набрала уже сапоги снега. Вот это вот мои следы здесь. Протоптанная тропинка. Пойду домой. Вот тут, надеюсь, хорошо видны мои следы и высота снега за сегодняшнюю ночь. Надо идти чистить там, около ворот. Наверное, пойду чистить. Взяла лопату и сейчас посмотрим, что у нас там за воротами, за калиткой. На улице. На улице. А на улице вот так. Прям вот около двери такой сугроб сразу. Вот. Ой, и ветер еще. Надо чистить. Или не надо чистить, потому что снегопад и ветер. И еще нападает. Наверное, надо ждать, когда закончится снегопад. Подожду, наверное. Друзья, я уже в доме, а дома тепло, хорошо. А на улице снег идет, а это наш сад. Сливы, яблони, смородина, ну и сарай видно наш. Холодно на улице, не знаю, сколько градусов, не смотрела, но холодно. И ветер. Посмотрела на термометр, показывает минус 8 градусов, но это около окошка у нас стоит датчик. Измерение температуры. Поэтому, наверное, чуть-чуть пониже там даже. Может быть, 9. На улице зима, а у нас здесь новая жизнь началась. Смотрите. Появились первые росточки. Это та клубника. Помните, летом нас угостили? Крупная клубника, почти с кулак была.
И я с нее собирала семена, помните? И не так давно в видео я сказала, что я хочу посеять эти семена. Вот я их посеяла. И первые росточки появились, зелененькие. Смотрите. Вот. Новая жизнь пошла. Не знаю, сколько их будет, но даже если то количество, которое сейчас возошло, то это тоже хорошо. Буду потом за ней ухаживать, отдельно посажу и буду наблюдать, какая же она у меня вырастет. Ну, а всем, кто сегодня вместе со мной начал утро, удачного вам нового дня, хорошего настроения, хороших друзей рядом, событий приятных. Будьте все здоровы и счастливы. Пока.